Силовикам Сергей Сергеев выразил крайнее недовольство ситуацией с засильем гастарбайтеров, которая сложилась на курорте. Также критику главы курорта вызвала недостаточная слаженность в работе всех заинтересованных ведомств и низкая эффективность проводимой силовиками работы. По каждому обращению, предоставляемому правоохранительными органами или общественностью, о местах компактного проживания иностранных работников должны проводиться тщательные проверки. Если проживают нелегально, применить жесткие меры, разрешенные законодательством. Это еще одна задача, которую поставил перед силовиками мэр Анапы Сергей Сергеев. Ставят под угрозу и благополучное прохождение курортного сезона, и вообще экономическую составляющую. Я не буду говорить о том, что они не платят налогов, они не платят отчислений в пенсионные фонды, о том, что в принципе наличные деньги перекочевывают за границы. По официальной статистике у нас на территории находится 5000 гастарбайтеров. По неофициальной, можно сказать так, по оперативной, их порядка 10000. Дорогие друзья, каждый 15-й человек, которого мы встречаем на улице, это гастарбайтер. Мы же анапчане, в конце концов, дорогие друзья, мы что ж здесь жить не собираемся? Дети наши не собираются здесь жить. Внуки с сегодняшнего дня, запомните, меняем отношение к этой работе. Также в структуре администрации определен сотрудник, который с этого дня будет отвечать за координацию работы всех служб по противодействию незаконной трудовой миграции. Завершая совещание, Сергеев добавил, что от этого зависит комфорт анапчан и наших гостей, и даже будущее города-курорта. Вадим Родин, Александр Калиневский, Анапа регион.